25 мая в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлено 5 лотов. 3 участка предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Самый дешевый находится в Романовичах. Начальная стоимость чуть менее 6 тысяч рублей. Сумма задатка 200 рублей. Почти на 1500 дороже участок в Красном Маяке. Стартовая цена почти 7500 рублей. Задаток составляет 200 рублей. Самый дорогой из них размещается на втором Луговом переулке. Его начальная стоимость около 19 тысяч рублей. Сумма задатка 1000 рублей. Для размещения легкотипного торгового павильона предназначен участок, который находится на улице 60 лет СССР на внутренней территории. Стартовая цена почти 230 рублей. Задаток 100 рублей. И на последнем участке на улице Хатаевича нужно построить бесконтактную мойку самообслуживания. Начальная стоимость участка почти 15 тысяч рублей. Задаток составляет 700 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 419786.